Басарабяский район – самый маленький в Молдове. Крупных предприятий здесь нет. Трудоустроиться куда-либо и получать доход, который позволит хоть как-то покрывать нужды семьи, сложно. Значит, остаются два выхода – уехать отсюда или открыть собственное дело. Екатерина Куприкова не представляет своей жизни вдали от близких и друзей, поэтому ищет пути заработать в родной Басарабяске. С ранних лет Катя помогала маме торговать продуктами в ее частном магазине. Сейчас девушка арендует отдельное помещение под торговую точку. Магазин работает ежедневно, выходной всего один в неделю. Но Катя шутит, что и это для нее много. Если бы рынок работал в понедельник, я бы с удовольствием вышла и в понедельник. Не любите спать допоздна? Нет, не любим спать допоздна и скучно. Вот привыкли с людьми, привыкли в общении. Для того, чтобы раскрыть весь свой творческий потенциал и заполнить свободное от торговли время, Катя открыла патент и занялась хендмейдом. Полгода назад освоила аэродизайн, поняв, что эта услуга наиболее востребована. По мнению Екатерины, секрет ее успеха в том, что она занимается любимым делом, которое сама для себя придумала. Работа должна нравиться обязательно. Если работа не нравится, лучше не начинать. Потому что занимает достаточно много времени, сил и терпения. И родные и близкие тоже хотят внимания. По словам Екатерины Куприковой, мелкие предприниматели Басарабяски не ощущают на себе особого прессинга со стороны контролирующих органов. Больше всего мешают развитию бизнеса непомерно высокие налоги. Еще более серьезной проблемой бизнесмены считают снижение численности населения. Ну, думаю, в первую очередь это отсутствие жителей в нашем городе. Торговая деятельность процветает, когда есть люди, когда у людей мало, много, но есть люди, они все равно элементарные продукты питания покупают, и мы процветаем, и мы можем заплатить налоги и все остальное для существования. Если позвольте бизнесу на нашу ностру, артрабец феи такса мои по цене, такса ледистат. Чтобы развивался бизнес в нашем городе, должно быть меньше налогов, и власти должны помогать мелким предпринимателям, которые решили сюда инвестировать. По информации отдела экономики, в районе Басарабяска на 1 января 2017 года числилось 1983 экономических агента. 50 из них было зарегистрировано в течение последнего года. 36 за это же время официально закрылись. Но на самом деле недействующих фирм гораздо больше. Почти 88% всех предприятий относятся к мелкому и среднему бизнесу. Крупных фирм в районе нет. Оставшиеся 12% – это бюджетные организации и НПО.